Всем привет, друзья! В эфире распаковка, обзор. Обзор набора для настоек. Называется «Петр Первый настоял». Давайте посмотрим, что находится в этой волшебной коробочке. Распечатаем, так сказать. Распечатываем. Что тут мы видим? Ну, 5 разных бутылочек. Так, это визитка. Послание от самого Петра. Так, я так понимаю, это инструкция. Вот столько, 5 бутылочек со всякими наполнителями. О, даже спиртометр есть, ничего себе. Как все интересно устроено. Сейчас подробнее все почитаем. В общем, вот, друзья, здесь представлен весь набор содержимого. Это инструкция. Так вот, тут всякие наполнители внутри. Давайте почитаем, что в легенде номер 1 находится. Состав: шиповник, цветы, мальвы, ромашка, яблоко, душица. В общем, что в этой написано? Виноград, лепестки. В общем, всякие смеси сухофруктов, ягод и всяких разных трав. В общем, на выбор. Вариант первый залью. Так, давайте почитаем вот такую инструкцию. Тут какие-то факты написано про Петра Первого. Нам нужна инструкция. Вот шаг первый. Смесь, бутылки. Заливаем смесь. Надо залить крепким напитком 35-45 градусов в комнатной температуре. Ну, я буду заливать водкой. Тут написано, что можно залить самогоном, либо спиртом. Ну, в моем случае я буду заливать водкой. Отстаивать нужно 5-7 дней в темном месте при комнатной температуре. Ну, я думаю, 5-7 это очень мало. Дней 20 как минимум, по-любому. Надо встряхивать лучше. Ну, тут вся инструкция. В общем, начну я вот с этого, с первого, с легенды первой. Залью водочкой. Поставлю на дней 20-22. Протестирую, насколько она хороша. Так что зальем. Итак, друзья, залил я бутылочку. Вот легенда номер 1. Водкой залил, 40-градусной, 0,5. Ну, чуть меньше, вся 0,5 здесь не вошла. Ну, почти 0,5. И уберу ее на 20 дней в темное место, так сказать, настаиваться. Периодически буду взбалтывать ее. Но через 20 дней я открою эту бутылочку и продегустирую, насколько она вкусная настойка или нет. Узнаем через 20 дней. В общем, прошло 30 дней. Ну, решил подержать подольше. Давайте пробовать. Я уже процедил. В общем, подготовил. Как говорится, для употребления. Продегустирую. Пахнет травами. Давайте попробуем. Состав напомню. Так, это шиповник, чабрец, цвет мальвы, календула, ромашка, душица и яблоко. Ну, пахнет травами. Вот. Похоже на чай с ромашкой, кстати. Неплохо. В принципе, можно было посластить, но я не стал, в принципе. Правильно сделал. Заправлял на водке. Кстати, можно заправить самогоном, спиртом, ну, чем-то крепким. Но я решил водкой. Неплохо, кстати, супер. Фу, чем-то виски напоминает. И хорошая вещь. Так, надо будет к Новому году тоже какую-нибудь заправить. Не знаю, посмотрю, что. Как раз до Нового года 4 месяца отстоится как следует. Интересовало? Ссылочка будет в описании. Петр Первый настоял. Хорошая настойка. Я буду полноценно тестировать на стриме. Так что это, кому интересно, приходите по ссылочке в описании.